Привет, друзья, блейдеры, подписчики мои, вы на канале, где я рассказываю вам про Бейблейд. И сегодня у нас супер ностальгия видео, потому что, ребята, у нас сегодня Best Behemoth. Я всегда его называл Зверь-Бегемот, и это у нас B63 от Такаратоми, и нам сразу пишут, понимаешь, атака, и сразу показывают его владельца. Без Behemoth рассказываю немножко предысторию, что была такая компания раньше подделок, называлась она Sun City, и она делала как раз-таки вот эти вот первые сезоны, первые волчки. И у них были вот такие вот треугольные винты, и блейды по качеству были достаточно отличные. Но сегодня, прям честно, для меня это честь показать вам этот волчок из первых сезонов. И несмотря на то, что это B63, это вот реально один из первых волчков. Очень классно, такая маленькая была коробочка. И так удивительно, как мы от этого пришли к этому. А сейчас уже к иксам. Ребята, ща будем его распаковывать, но сначала кое-что расскажу. А заказать крутые волчки от Такаратоми вы без труда сможете с этим магазина bblsligrushka.ru. Цена указана со скидкой, и это очень удобно. Удобный выбор товаров, приятные цены и большой ассортимент. Волчки как новых сезонах, так и старых уже ждут вас на сайте. Помимо волчков, на сайте также присутствуют арены и запускатели. Быстрая и бесплатная доставка станет отличным бонусом к вашему заказу, а новые поступления не заставят себя долго ждать. Прямо сейчас переходи на сайт магазина bblsligrushka.ru, ссылочки в описании к этому ролику. А также переходите в чатик BBLS в Телеграме, там вы найдете живое общение с блейдерами, интересные комментарии и не только. Приятных вам покупок, а все ссылочки в описании к этому ролику. Буду распаковывать этот прекрасный волчок Beast Behemoth атакующего типа из первого сезона. Отличная вещь для фанатов первого сезона. В нем бешеная скорость и интересный драйвер. И я не могу, смотри, у меня прям не получается настолько здесь все в скотче, ну потому что надо сохранить, чтобы вообще все было идеально. Ты посмотри, вот не могу... Как тебя, вот, есть, у меня получилось его открыть, я волнуюсь, действительно, я этот волчок никогда в руках оригинальный не держал, и давайте с наклеек начнем, ребят, я не могу, я так хочу посмотреть, очень классно, я люблю такие штуки, так, буклет, кстати, абсолютно ничего здесь не было от слова вообще, то есть просто инструкция, это в целом понятно. Вот такие вот интереснейшие наклейки, посмотри, какие классные. И где же наш сап? Ой, такая маленькая коробочка, просто оп, и все, и закончилась коробочка. Посмотри, ну да, в сравнении специально волчков положил, ну какой он маленький, ну какой он... Ай, как запаковано, как я люблю его, представляете, ему уже... А сколько ему лет-то? 17-го, получается, да, года? Это 3, 7, 8... 8 лет, ребята! Он даже, наверное, старше некоторых из вас, вот так вот. Сейчас мы его распакуем. Слой Beast. Сверху прозрачный, снизу фиолетовый. Такой простой, посмотрите. Никаких ни функций, ни фишек, ничего. Просто пластик и морда. Какой классный. У меня, кстати, по-моему, был он в рыжем цвете от Sun City, если не ошибаюсь. Диск Heavy. Видите, буква H такая. И драйвер Hold. Давайте. О, кстати, драйвер, на самом деле, драйвер, он супер такой неоднозначный, супер интересный и очень многими желаем. Сейчас расскажу, почему. А потому что это драйвер атакующий и бешеный, который получил свою эволюцию в виде вулканика на Вининг Валкерии. Во времена пятого сезона о нем даже вспоминали, чтобы играть в разные стороны и поглощать энергию. В атаку-то он, конечно, более чем хорош, но управлять им та еще морока. Поэтому им сложно побеждать, но не исключено, что победителем станете именно вы.
Диск Heavy — это диск из манги, появился впервые на Рагнарёке, в то время был классным и тяжелым, на моменте первого сезона уже меньше использовался. И, конечно же, слой Beast по системе Dual Layer состоит из двух слоев, нижний с аватаром, верхний боевой. Интересует нас только боевой, и его и рассмотрим. Здесь у нас 5 широких лезвий, которые увеличиваются и обеспечивают мощную отдачу. Этот слой можно использовать на драйверах Extreme и Wearable. Крутой. Ну что, как говорит мой любимый персонаж, Йо Асакура, Амидамару, дух бесплотный, единение. Хорошо пошло, ребята. Это что, была не из Бейблейда отсылка, а из Шаман Кинга, но вдруг кто не понял. Ай, какой же он красивый, какой же он красивый. У меня, к сожалению, сейчас не с кем его сражать. Ну, абсолютно точно, я не буду его батлить с Бёрстом Сприганом. Ну вы чего, он просто его сожрёт. Ням-ням-ням-ням. Ну вот, ну кого, White Knight им противопоставить? Ну нет, конечно. Поэтому мы его сегодня, конечно, запустим, посмотрим, как он вращается на ринге, дадим ему отдохнуть. Всё-таки Beyblade старенький и очень классный, коллекционный теперь для меня. А в его честь мы проведем рандом битву. Поехали. Ну что, отдохни, дружище, ты уже всем все доказал. Сегодня будут батлить новые волчки. Погнали. А давай сразу, вот у нас, пожалуйста, Greatest Raphael и White Knight. Вот такие два волчка. Рафаэль очень мощный, поэтому запускаем его первым. Погнали. У-ху! Сразу жестко, посмотри, как круто они бьются. Как они бьют друг друга, посмотри. Рафаэль поднимает свою шапочку и бьет White Knight'а. И побеждает White Knight'а. Друзья, вы знаете, что я совсем забыл? Я совсем забыл его запустить. Но я просто так не хочу, он такой новенький, классненький. Но я должен это сделать, погнали. Ой, как же он легко. Ого! Пошел, посмотри, что творит. Как же он легко запускается, то есть вообще нету никакого сопротивления пускалки, то есть он просто жух и взмывает. Классно, классно. Ну чего, все, ладно, теперь точно отдыхай, погнали дальше. Кто у нас? У нас сегодня Greatest Raphael продолжает, между прочим, битву и будет драться до 3 побед, а там будет видно против моего любимого Golden Kerbel. Посмотрим. Справится ли Greatest Raphael со своим соперником? Мне очень нравится Gold Kerbeus, он очень классный, он действительно идеально сбалансирован, я считаю, и очень круто выглядит. Но, к сожалению, не способен он справиться с Greatest Raphael. Ну чего, давай, третий раунд, с кем, кого рандомно сейчас выковырю, снизу пойдет. Вот он, красавчик, давай, соберемся. И запустим волчки на арену для Beyblade Beast. Ух ты, посмотри, Рафаэль как доминирует, как он прессует Белиала. Вот так вот, на, получай, и все, сливается Белиал, отлично. Greatest Raphael мы пока откладываем, он выиграл 3 битвы, это молодец. И будем искать следующего соперника, кто встретится с ним дальше. О, например, может быть это будет Валькирия. А может быть, такое тоже может быть, что ни с кем он не встретится. Вот у нас Gatling Dragon против Валькирии. Пошло. Ого! Интересно. Мощно. Давай, Рафаэль, поговори пока с Безбегимотом. Вы, наверное, много о чем пообщаться можете. Смотри, Gatling Dragon выносит своего соперника. Классно. 1-0 в его пользу. Кто будет следующим? Опа. Красненький Рактоворчик. Итак, собрались. Ой, ух ты. Слушай, Gatling Dragon сегодня явно какой-то очень агрессивный. Он прям действительно хочет идти дальше. Gatling, что с тобой случилось, друг мой? Раньше ты себя так дерзко не вел. Ты кто такой, расскажи нам. Почему ты это делаешь? Но нет, проигрывает и уходит. А он остается. Одна победа у этого парня уже есть. Так, Фафниром брать мы не будем, потому что это превратится... Так, Скальбор брать не будем. Это превратится... О, вот его возьмем. Этот парень крутой. Так. Ого, посмотри, может мы Бёрсту увидим. Жестко было.
Посмотри, бёрсту мы не увидели, но мы увидели изящную победу. Финиш хим, как говорю я. И кто еще будет драться? Ну нет, ну это слишком жестко, это мы не можем допустить. О, Валькирия! Класс! А Валькирию мы запустим второй, чтобы все было по чесноку или по зеленому луку. Да? Понимаете, о чем я? Погнали! Воу! Опасно было! Что творит Валькирия? Ничего себе! Ух ты! Разгоняется! Даешь разгон! Что-то Валькирия очень мощно лупанула по волчку, а теперь в своей излюбленной любимой манере вращается вокруг ринга. Очень интересно наблюдать, конечно, но тем не менее смотрим в два глаза. А у вас два глаза? А может быть три? А может быть четыре? Итак, тын-тын-тын-тын, клинки сошлись. Валькирия побеждает, друзья мои, на минуточку. Ну, потому что она сбила фору сразу. Так, погнали дальше. У нас Белиал против Валькирии. Валькирия догоняет Белиала и бьет его в подых. Посмотри. Ух ты, ух ты, ух ты. Опасно для Валькирии, для Белиала. Итак. И Валькирия одерживает победу. Даже на один щелчок он сокрушился. Так, еще раунд, значит, будет. Кто у нас следующий? О, это Персеус. Персеус, Максимус, погнали! Друзья, Валькирия покидает наше соревнование, а это значит ровно то, что Персеус будет сражаться против Рафаэля. Друзья, хотел вас спросить, а есть у вас друг Максим? Вот, есть люди, у которых нету в друзьях какого-нибудь Максима, а у вас есть Максим? В комментариях напишите. Погнали! Странно звучит, а у вас есть Максим? Тогда я иду к вам. Да нет, ну правда, вот есть кореш Макс. Вот. Так интересно. Популярное имя Максим или нет? Или может быть ты Максим? И у тебя есть ты? А? Как тебе такое? Слушай, ну это прям гладиатор. Слушай, под конец прям как будто равнозначную пару мы подобрали. Понятно, что Рафаэль чуть-чуть посерьезнее, чуть-чуть посильнее оппонента, но... Тем не менее, Персеус не уступает. Очень хорошие батлы сегодня, класс. Ну чего, Безбегима, ты доволен? Мне кажется, в твою честь мы провели грамотные битвы. Возможно, твое время еще придет. Вот такое у нас сегодня было видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.